Бизнес, бизнес. Вот, вот сейчас у нас бизнес пошел. О, мы сейчас Америку обгоним. Америку спокойно обгоним. Все, все вот это. Сейчас ни на что не смотрю. И, короче, вот доброта, доброта, это обманчивая доброта. Это как вот она? Типа, моя ламочка, ламочка, ну-ну-ну-ну-ну. Хоп, и уже сожрала она в котле. Во, вот так у нас делают. Тип-тип-тип-тип-тип. Ага, вот, вот так, вот так. А доброта, значит, для чего? Это доброта служит приманить, приманить, приманить. Молодец, да, еще. Вот, вот так у нас. Вот, и вот эти церкви тоже, тоже самое, они... Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, ну, мои хорошенькие. Вот, вот, вот так они все сделали. Вот это, все это в мире вот так, это доброта. Доброта это очень обманчиво. Вот, вот на эту доброту, вот кто клюет, вот клюнул, все, он в ад попал. Все, ему, его сожрали, съели, на, все, нету. Так что в этом мире надо быть диким, диким и огрызаться. Почему зубы вот у собаки, они рычат, гавкают. И в этом мире не надо языков. А то да, американский, немецкий какой-то, русские языки, всякие языки. Надо, вот а язык один должен быть природный. Рычать должны. Вот Путин там с Жириновским, они должны рычать. Во!